Всем привет! С вами Веломода, и сегодня мы покажем такую процедуру, как сборка велотренажера. В общем-то, задача несложная, но тем не менее показать нужно, потому что у кого-то это возникает, в общем-то, целая история, целая проблема. Поэтому мы сейчас ее решим. Итак, из чего же состоит этот замечательный велотренажер? В данном случае это TAX Booster. Состоит он непосредственно из рамы, из вот этого вот маховика. В общем-то, это сердце этого тренажера. Это мощный маховик, который весит 2 килограмма и дает возможность развить очень высокую мощность. Дальше идет эксцентрик специальный, именно для того, чтобы использовать его в тренажере. Наиболее подходящий именно под вот этот тренажер. Идут вот такие вот резиновые прокладочки, 3 штучки. Вот такой вот чехол пластиковый, 2 болтика и ключ шестигранник на 5. Ну и естественно инструкция. Вот такая вот инструкция. В принципе, наглядно на рисунке понятно, что к чему. Инструкция хорошо, но нужно непосредственно приступить к сборке. Иначе зачем же мы это снимаем? Кстати, отмечу, что подставка тоже идет в комплекте. С некоторыми тренажерами она не идет в комплекте, но с этим, конечно же, она идет. Итак, начинаем. Сперва нам нужно прикрепить вот этот маховик. Для этого мы, обращаю внимание, здесь есть 3 градации для того, чтобы выбрать оптимальный размер колеса. То есть градация на 29 колеса, то есть на найнеры, на шоссейники 28 колеса классические, это рейс, и на 26 колесо, вот, АТБ 26 дюймов. И все они имеют свои, мы видим, пазики, 3 вариации. В зависимости от того, какие у вас непосредственно колеса на вашем велосипеде, вы выбираете необходимое положение. Вот так вот вы просто-напросто вщелкиваете его. Мы выбираем второе положение, это шоссейный рейс. Вставляем, затем берем пластиковый чехол. Точно так же на чехле мы видим 1, 2, 3. Это та же самая градуировка. Если мы выбрали рейс, это 2. Значит, мы будем попадать именно в двоечку. Вот здесь вот мы видим двоечка. Дальше наши заветные 2 болта. И естественно ключ. Закрутили. По факту все. Тренажер собран вот таким вот нехитрым способом. Дальше остается только установить ваш велосипед непосредственно в тренажер и начинать тренироваться. После того, как вы собрали тренажер, мы берем велосипед и меняем эксцентрик родной велосипеда на вот этот вот специальный эксцентрик TAX. Делается это очень просто. Мы вынимаем эксцентрик, который был на велосипеде. Не снимаем колесо, просто выкручиваем эксцентрик полностью. Извлекли эксцентрик, который был на велосипеде. Можете его положить до весны в хранилище ваше и взять вот этот эксцентрик, потому что это эксцентрик, который именно нужен для тренажера. Точно так же вынимается, снимаем одну пружинку, одну оставляем, вставляем. В принципе, не важно с какой стороны, но вставим так, как положено. Точно так же возвращаем пружинку, закручиваем.
зажимаем. Порядок. Дальше остается непосредственно вставить велосипед в тренажер. Делается это вот таким вот несложным образом. Если вы видите, что здесь у вас не влазит ваша ось, вы просто-напросто откручиваете вот здесь вот специальную гайку пластиковую и добиваетесь положения, когда ось будет закреплена оптимально. То есть она должна быть хорошо зафиксирована. Для этого, собственно говоря, и существует такая настройка. Дальше закрываете. Вот таким вот движением. Все, велосипед установлен. Остается подстроить непосредственно маховик под колесо, чтобы оно хотя бы касалось его. Делается это с помощью кольца, которое находится внизу. Вы можете его выкручивать, либо закручивать. Таким образом вы подгоняете непосредственно маховик под колесо. Вот. И самый, пожалуй, интересный момент. После того, как вы поставили на подставку колесо переднее, самый интересный момент возникает, когда вы видите вот эти вот три прокладки. Многие не понимают, зачем они вообще нужны, для чего используются. Открываю секрет. Используются они для того, чтобы подложить их при установке вот этого вот управляющего рычага на руль. Подбирайте под свой руль непосредственно прокладку. Если у вас узкий руль, возьмите пошире. Если у вас руль широкий, возьмите поуже. Либо вот такую вот прямую. И все, собственно говоря-то. Мы подобрали необходимую прокладку. Это была средняя, потому что диаметр руля 31,8. Дальше, в общем-то, вы можете эксплуатировать тренажер непосредственно так, как вам нужно. Это переключатель именно нагрузки на тренажере. Он имеет 10 положений. TaxBooster позволяет регулировать их в 10 разных непосредственно вариациях. Вот такая вот несложная процедура установки велосипеда на тренажер. Всем спасибо за внимание. У кого остались вопросы, пишите их ниже в комментариях. Кому понравилось видео, не забывайте ставить палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Тогда вы ничего не пропустите. Всем пока!